Одессе. В таком месте продажи холодильников и техники для кухни. И вот получается цена. Допустим, такой холодильник Samsung огромный. На две двери 2,750. 2,90. Но это без наворотов, без там льда, без воды, без фильтра. Это только новый магазин, он открывается. Yeah, give me a couple minutes, I make video, because I need no price. But this microwave failed. Yeah? Yeah. Ah, real, yeah, you're right. 399, ну получается и 500 есть. Короче, цена абсолютно разная, есть даже за 1000. И есть за 319 вот такого. Samsung это тоже, да, тоже с феном и подсветкой. Но она не только фильтрует и выбрасывает обратно через верх, через вот такие вот щели. Так, стиральные машины. 1000. Это только стиральная машина. Вот комплект стиральная и сушильная машина Samsung. 1199, 1299, но это еще без учета налога. Есть вот такие вот старого образца, они немножко подешевле, потому что у них дизайн похуже. Вот, вот такой вот магазин огромный. И вот сразу вот такие вот в бейсментах обычно устанавливают. 1500 сразу стиральная и сушильная машина, они идут вместе. Так, вот это вот уже вытяжки пошли, такие как нам привычные. Знакомых компаний я не вижу. Вот, одна из популярных здесь. 1134. Далее идут у нас такие вот встроенные микроволновки, и цена уже повышается. Короче, вот этот магазин, то, что я показывал, получается тут с небольшими изъянами. Я потом для сравнения, допустим, в Walmart, возможно, сделаю точно такой же обзор, быстренько пробегусь и покажу, какие цены на полностью новую технику. А оказывается, да, здесь, получается, небольшие изъяны, сказали. А, but why is this price? Because he say he got scratch more than some damage. From you can see. Короче, да, ошибся я. Тут есть небольшие вот изъяны, как, допустим, вот сверху справа. И так его оригинальная цена 2299.98, а так 1860. Вот. Но они стоят немножко в другом зале, да, точно, я их-то не увидел. Тут тоже есть вмятина, вот так это набликует, так получается 1649, а так 1050. Ну да, и тут вмятинка есть слева от ценника снизу. Вот. Ну вот, допустим, этот, который я уже ранее показывал, тоже с какой-то проблемой. И дешевле на 500 с чем-то долларов. Но так визуально не видно. Ну, еще смотря как его устанавливать, если же, допустим, скрывать мебелью, делать скрытый холодильник, то, в принципе, под это дело неплохой вариант. Вот плиты, тоже с повреждениями, минимальными. Они чисто на газу. Во всех есть духовка. И вот так вот популярно тут 5 конфорок иметь. Одна огромная по центру. И по бокам слева и справа тоже 2. Ну и цену вы можете видеть. 3000. На что я реально обратил внимание, цена мне показалась дешевле. Ну и, как выяснилось, мой друг мне сказал, что дешевле, потому что есть незначительные какие-то повреждения. Вот так вот. Так, это, короче, костка. И вот цена на телевизор. Короче, 4 года защиты, 129.99, и вот телевизор, цена 1397. Какой-то нравится? Смотри, неплохой Samsung такой, 800 рублей, 4 доллара.
Smart TV 55 дюймов и покрытие на 4 года. Можно взять дополнительно. Он, кстати, цена холодильника, но смотри, это уже такой интересный более вариант. 899, а это 1599. О, дальше стиральная машинка без ценника. Acer, быстренько, чтобы не рассказывать, пробегусь. И цена. HP. 799. И вот быстренько характеристики. 1 терабайт. О, SSD. Так, а это интересней. О, это, наверное, с экраном, да? Да, с экраном сенсорным. 1349. И быстренько по характеристикам. Можно поставить на паузу. Вот так вот вход. Проверяют карточку на входе. Ой, вот такой вот маленький LG. Цена и характеристики. А тут у нас техника Apple. Он самый дешевый, 1660. Да, 1669. MacBook Air. Характеристики 256 гигабайт. SSD будет. Вадюша с рюкзачком сегодня, да, Вадим? Быстренько цена на телефоны, модель и цена. Samsung, наушники вот такие вот, вот. Часы, Watch Pro 5, о, iMac 1929.99. Ну и плюс где-то 5% налога. О, это же очки. Ой, очки. Это же часы. Как их вас разблокировать? А, ну вот уже. Видишь, будильник, себе таймер, новости можешь смотреть. О, смотри, получилось что-то у меня. И выбираешь все приложишь. 548. Еще сейчас зайдем, небольшие покупочки сделаем. Право руля? Чего? Нам виноград, виноград, курица тут дешевая. Виноград. О, виноград 10.99. Одненьку? Да. Вот такие хорошие. О, сори. Воду будем брать? Да. Только мы ее уже не прошли. Вот, короче, 5,69. Вот такая вот баклажка. 500 миллилитров, 40 штук. Опа, ну. И догонять. Хорошая цена, 7,99. Ты хочешь такие? 13,49. Ты такие есть? Да. Короче, вот такие вот сырки, потом есть нарезочка вот такая вот. И она 14,99. 8,99 сырные булочки. Сколько? Это на мой тортик? Да, тирамису. Там написано 4% скидка сверху слева. Тут хочешь тортика? Якого? Давай тебе пидвину. Big red? Короче, вот цей? Yep. 24,99, 4 килограмма, 310 грамм вот такой вот торт. Есть еще вот такой за 25 happy birthday, но они могут делать на заказ. Торты с йогурт, пойдем йогурт возьмем. Короче, торты на заказ есть. 100 грамм, 8,99. Возьмем вот такой вот кусок. 37,49. 4 килограмма, 170 грамм. Взяли еще
колбаса и сыр. Так, короче, мы дальше в поиске йогурта. Хотим пройти весь ряд и посмотреть, какой интереснее. Активия брали. Можно взять одну огромную банку, можно взять много разных. Вот это какой-то новый. Его на дегустацию или от ихней фирмы? От Костка? Ну, хорошо. Тогда вот от ихней фирмы. 2 литра. 6,79. Короче, там разных много вкусов. Мы в поисках железа. Это отдел витаминов, таблеток, которые можно купить без направления врача. Там есть и немного другая аптека. Вот там уже некоторые медикаменты можно купить только, если врач их выписал. Вот витамины, допустим, 29,99. Кальций. А он, что это у нас? D3. 21,49. Витамин С 19,99. 14,99. Мультивитаминный комплекс 250. А вот уже производство Костко. 3 года истарели. Берем? Да. Зажить. Это железо. Железо. Все, уже на кассе стоим, там слева можно еду купить и в конце покажем, сколько оно все обошлось. Вадюшек, покажем? Дать витаминки? Это для тебя. Сидит, короче, с тортиком, ему уже все хорошо, и уже не может быстрее домой прийти и торт съесть. Я буду Путин. Так вот мы тут покупаем. Вот. Цена, короче, есть Chicken Strips, Путин. И вот можно сразу цену увидеть. Путин. Кусочек пиццы и целая пицца. Очень выгодно целую пиццу здесь покупать. Очень выгодно целую пиццу. 12,99, а она огромная, она аж 18 инчей. Вот наш номер 565. Это, кстати, сколько нам обошлось и что мы взяли. И тут женщина будет орать. Мы взяли мороженое, Путина и обычные фрайсы для Вадюшек. Да. И потом вот оплачиваешь, вылезает чек и ждешь. Тут возврат зона с правой стороны. И сейчас мы выходим, будем чеки показывать. Трошки позже покажем, что почем. Короче, быстрый обзор в багажнике сделаю. Значит, мы взяли блок воды, блок чая, блок протеина, 3 вида сыра, виноград, 2 лазаньи, булочки, колбаса, витамины, витамины. Йогурты, торт, курка-гриль. Все это обошлось в $300.